Интерактивный спектакль представит стили креативных индустрий. Идея совместить технические возможности и творчество студентов была несколько лет. Проект представит возможность переместить человека из реального в виртуальный мир с помощью VR-технологий. Также в постановке будет живая музыка и экраны инсталляции, которые помогут создать уникальную атмосферу и погрузиться в историю. Общение со студентами и вот многолетняя наша творческая совместная работа, наверное, привела к той идее, что пора уже замахнуться на какой-то конкретный проект и пустить наш творческий поток уже в какое-то русло. Эта история основана на реальных событиях. Постановка расскажет о любви, предательстве и трагичной судьбе героя. В центре сюжета выдающийся художник Николай Фешин. Он 12 лет преподавал в Казанском художественном училище и прославился на весь мир благодаря своему творчеству. Был удивительным и талантливым человеком, жизнь которого обязана быть в центре внимания. Но когда я прочитал сценарий, когда я стал изучать историю вообще полностью, и для меня, честно говоря, вот этот вот процесс и то, что я играю, то, что я даже не играю, то, что я проживаю в этой постановке, оно для меня очень близко оказалось. Медиа-перформанс — это большой эксперимент того, как человек сегодня погружается в информационную среду и управляет своим вниманием. Это идея того, как сделать медиа-пространство для отдыха, где человек может восстановить свои силы и полностью погрузиться в историю. Дело в том, что современные зрители, и тем более молодой зритель, воспринимает информацию очень фрагментарно, очень недолго удерживая внимание. И когда мы сооружали весь наш этот проект, мы думали о том, как сделать его удобным для восприятия. Поэтому долго зритель не останавливается на каком-то формате восприятия. Ну, буквально несколько минут идет видео, да, идет кино. После этого мы оказываемся на сцене для того, чтобы впечатления были другие, то есть это мир вокруг. Там какие-то будут небольшие эксперименты, небольшие будут еще интерактивности. Невероятную документальную историю можно будет посмотреть 24 и 25 марта в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан. Все происходящее будет снято на VR-камеру и размещено на сайте Казанского федерального университета. Юлия Салеева, Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз.